В вопросе, нужна ли единая школьная форма, можно спорить вечно. Кто-то считает, что поддерживать дисциплину нужно. Противники утверждают, что такой подход убивает индивидуальность. Давайте же посмотрим, как выглядит школьная форма в разных странах мира. Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные ролики. А 1000 рублей выиграл вот этот подписчик. Хочешь так же? Оставляй комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Великобритания. В Англии со школьным дресс-кодом все строго. Самая первая форма была синей. Считалось, что этот цвет приучает детей к организованности и смирению. Но это была еще и самая дешевая ткань. Сейчас у каждого заведения своя форма и символика. До сих пор в некоторых школах все настолько сурово, что даже в жару запрещают ходить в шортах. Ставьте лайки, если не любите или не любили носить школьную форму. Австралия. Система образования Австралии очень многое позаимствовала из Великобритании. Школьная форма очень сильно напоминает британскую, только более легкая и открытая. Из-за жаркого климата и активного солнца во многих учебных заведениях в состав формы включены шляпы или панамки. Япония. Японская школьная форма для девочек Сэра Фуку занимает особое место в мультфильмах, аниме и комиксах манга и известна всему миру. Блузка в морском стиле плюс плиссированная юбка, которая в старших классах становится все короче, известна и правда каждому. Обязательно туфли на низком каблуке и гольфы, которые носят даже зимой. Куба. На Кубе школьная форма представлена в нескольких вариациях. Белый верх, желтый низ, голубой верх, синий низ. А также белые рубашки и бордовые сарафаны или брюки с обязательным элементом – пионерским галстуком, хорошо знакомым советским школьникам. Правда, он может быть не только красного, но и голубого цвета. Индонезия. В Индонезии форма учеников отличается по цвету на каждом этапе обучения. Неизменным остается белый верх, а вот низ может быть бордовым, темно-синим или серым. Но самое интересное припасено напоследок. После сдачи национальных экзаменов школьники празднуют свою свободу и разрисовывают форму с помощью фломастеров и баллончиков. Прощай, школа! Китай. Китайские ученики имеют несколько наборов униформы для праздничных и обычных дней, для зимы и лета. Школьная форма для повседневной носки практически одинакова для мальчиков и девочек и часто напоминает обычный спортивный костюм. Гана. Все дети в государстве должны носить школьную форму. При этом Гана, как и большинство африканских стран, характеризуется низкими доходами и высоким уровнем нищеты. Покупка школьной формы – одно из препятствий к получению образования. За это нужно поставить лайк. Вьетнам. Дресс-код младшей и средней школы вполне обычен, а вот старшеклассница Вьетнама имеет право носить белоснежный национальный костюм аудай. В каких-то учебных заведениях он присутствует только для важных событий или церемоний, но в некоторых требуется и для повседневной носки. Южная Корея. Дети в Южной Корее учатся с утра и до позднего вечера. Неудивительно, что многие из них считают школу самым романтичным местом, ведь там проходит большая часть их жизни. Школьный дресс-код обязателен и регулируется администрацией учебного заведения. Но форма популярна и просто на улицах города, и даже среди знаменитостей. Россия. В России школьную форму официально отменили в 90-е годы прошлого века, но с 2013 года администрация учебных заведений сама может устанавливать требования к одежде учеников. Напишите в комментариях, у вас есть школьная форма? И правда, во многих школах ношение школьной формы обязательно, в других достаточно лишь делового дресс-кода – светлый верх, темный низ. На этом все, друзья. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а также смотреть предыдущие ролики. Хорошего настроения. До встречи!